Средней Азии иногда может быть такое бывает, что женское дело это там быть дома, там растить детей, ухаживать за мужем. Но мы, слава Богу, живем. И музыка, это не только ее можно послушать, музыка может быть являться вдохновителем для чего-то. Металл, он в принципе дал то, чем фактически я сейчас живу, ощущение цели. К тому, чтобы, ребята, давайте объединяться. Короче, играть хочется. Когда ты знаешь, что у тебя нет дома, надо за квартиру заплатить. Когда ты не знаешь, что сегодня будешь кушать. Может быть, просто это то, что что-то новое, а все люди боятся что-то нового всегда. It will still survive. В моей душе жила печаль, пытаясь посмотреть назад. Я вижу, что впустую дрался. Дойти пытаясь до мечты, я был рабом своей судьбы. Но знаю точно, я никогда не сдамся. I am fucking different. And look at this shit. Fuck off, man. Если я не смогу заниматься музыкой, я умру. I'm gonna die.